это письмо. Когда я был подданным Российской империи, послал его императрице Елизавете Петровне. Мне были по душе рассуждения Канта о свободе. Я ведь всю жизнь считал, что свобода – самое главное, для чего живет человек. То есть, главное, конечно, творчество. Человек должен творить, продолжать дело божественного Творца, творить в искусстве, творить в повседневной жизни. А для творчества необходима внутренняя свобода. Человеку нужна свобода духа. Человек должен стать аристократом духа. Правда, Иммануил Кант больше говорил о чувстве долга, о морали, нежели о свободе духа. Понимал ли он вообще, что такое жизнь в духе? Каждый день я встаю в 5 утра, пью горячий чай, готовлюсь к лекции, с 7 до 9 занимаюсь с учениками, потом до часу дня работаю над своими сочинениями, дальше обед с друзьями.